снова здравствуйте, уважаемые друзья! С вами по-прежнему Сергей Остружко и блог SEOS Games. У нас уже 8-й выпуск, и мне интересно, насколько вы себя прокачали. Напишите внизу в комментариях, какие у вас упражнения вызвали сложность, а какие вы уже освоили, и можете без проблем и без ошибок показывать эти упражнения. Неизменно буду вам повторять про просмотр картинок для активизации правого полушария и прослушивание классической музыки, в частности, музыка Моцарта. Итак, переходим к нашему упражнению. Левой рукой мы себя гладим по голове, правой рукой хлопаем по животу. По хлопку смена положения. Приготовились? Можно. Раз, два, три. Хорошо. Заодно можно сделать прическу себе классную. Приготовились? Раз, два, три. Можно. Раз, два, три. Можно еще с ритмом. Хлопок. Понятно. Запомнили, закрепляем, упражняемся, и все будет круто. Если для вас по-прежнему эти видео полезны и интересны, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, там еще есть колокольчик, можно его нажать, и тогда каждый из вас всегда будет вовремя получать уведомления о новых упражнениях. Играйте в игры с друзьями, кто из вас быстрее освоит эти классные и полезные упражнения. С вами был я, Сергей Остружко, и блог SEOS Games. Пока-пока!